прекратите немедленно, идет экзамен. Ах, это опять вы. Я так мечтала, так да мечтала. 47 килограмм. Но все равно, тренироваться надо зимой и летом. Где я буду тренироваться, когда нас с полками нет и летом льда? Поскольку вы на колесах, то должны знать правила движения. Почему едете по осевой? А может быть, я как раз ее и ищу, эту осевую линию, в своей жизни. Интересно. А куда путь держите? На Северный полюс. Жаль, не по пути. А то можешь подвезти. Ничего, как-нибудь доберусь сама. Ах, вот как. Именно так. Есть не буду, засушу. Для компота. На память о вас. Бросьте вы эти картинки. Трасса, вот где красота. А вам не надоедает каждый день одно и то же? На них далеко не уедешь. Я вижу, далеко стремитесь. Эх, если б все мечты сбывались. Многого захотели. Не совсем немногого. Сначала мечтала стать диктором на телевидении. Так. Не прошла по конкурсу, что-то там с дикцией. А потом мечтала быть стюардессой на Ту-104. Но... Не вышло. Но зато осенью опять буду поступать в балет на льду. Эффектную профессию ищите. А я люблю все красивое. Тогда у вас большой выбор. Вы манекенщица, не пробовали устроиться? А что в этом плохого? Да ничего плохого. Ходи себе по стенду. Крути фигурой. Никакой ответственности. Эффектно. Остановите автобус. Почему? Остановите, а то спрыгну. Ну, вам же дальше. Ничего, я здесь выйду. Туристских машин. Месье, посмотрите налево. Сеньоры, посмотрите направо. Леди и джентльмены, не угодно ли обернуться назад? А интересно. Шевченко 9.